С вами снова я, Евгения Мангуби, с репортажем Trading Center Web TV. Фьючерсы на американские акции падают после вчерашних скачков. По последним данным о занятости, еженедельное количество заявок на пособие по безработице увеличилось до 234 тысяч с 220 тысяч, достигнув максимума за полгода. Форекс-маркет имеет следующее значение. Евро по отношению к доллару на 0,17% выше и составляет 1,1384 пункта. Пара фунта и доллара находится под давлением ниже горизонтальной линии сопротивления. Краткосрочные позиции будут ниже 1,2820 пунктов со значениями 1,2750 пунктов и 1,2725 пунктов. Доллар по отношению к японской иене на 0,2% ниже и составляет 113,45 пунктов. Биткоин на 1,3% ниже и составляет 4176 долларов. Золото продолжает укрепляться в цене, которая преодолела нисходящую линию тренда и продолжит расти. Долгосрочные позиции будут выше 1221,5 доллара со значениями 1230 долларов и 1233 доллара. Серебро на 0,08% дешевле и стоит 14 долларов 33 цента за тройскую унцию. В четверг с вами была Евгения Мангуби, специальный для Trading Central Web TV.